Приветствую вас. Я думаю, что вы, как и любой, как мне кажется, человек, оказавшийся в вашем положении, вы человек достаточно зажатый, как мне кажется. Вот. И сложность здесь заключается в том, чтобы переключить ваше внимание с флиртом, который призван самоутвердить вас. Ну, то есть, который призван как-то вот улучшить, да, ваше восприятие себя, скажем так. Вот. А переключить внимание на, в целом, реализацию вашей, ну вот, как бы, вашей жизни. Вот. То есть, в целом, переключиться на реализацию того, как вот вы распоряжаетесь ею, своей жизнью. Вот. Насколько активно, например, вы живете, насколько активно вы, например, действуете, насколько активно вы проявляете свои интересы, насколько активно вы выражаете свои чувства, например, да, вот. На мой взгляд, это довольно важный аспект, на который имел бы смысл обратить вам свое внимание. Вот. Сейчас такое ощущение, что к этому вы не привыкли. Вот. Но вполне вероятно, что вы внимание к мужчинам, в желании, как вы говорите, быть девочкой, вот, а вы уходите от возможности быть собой. То есть вы можете быть собой, по вашему мнению, только вот если будете девочкой. Но смотрим, почему-то у вас это не получается. Вот. И, конечно, возникает вопрос, да, каким образом, как вы выбирали своего мужа. Вот. Не в том плане, что вам нужно там обязательно с ним разводиться и так далее, а больше в том плане, насколько вы слышите себя. Вот. Как мне кажется, это важнее гораздо. Вот. Ну, а если как-то вот локально смотреть, то это модель вашего женского поведения. Вот. То есть, ну, формирование вашего образа себя как женщины. Вот. Убежать вы можете не от мужчин, а от чего-то, что вы с этими мужчинами чувствуете. С чего-то, что вы с этими мужчинами, ну, может быть, себе запрещаете. Вот. Понимаете, да? Какой аспект?
конечно, здесь есть. Так что, я думаю, вот с этого вам нужно начинать. Как бы не ставить перед собой каких-то особо сложных задач для начала. Вот, потому что, ну, я думаю, что какое-то время вы привыкли жить так, как живете, вам, естественно, будет сложно и непросто жить по-другому, если вы привыкли. Вот, но постепенно, разбирая, где и как все неудовлетворение, чего и как вам хотелось бы, например, и прочее, вот это уже можно, в принципе, можно будет как-то реализовать. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Позволит вам лучше в себе, собственно, разобраться, да, позволит вам начать психотерапию, скажем так. Вот, но рекомендую вам не задерживаться с обращением, потому что, ну, если вот вы будете задерживать, то как бы проблема не решится, вылезти это может в что-то не очень хорошее. Вот. Не совсем такое, чего бы вы, как мне кажется, бы хотели. Вот. Ну и с мужем, конечно, тоже надо разобраться в том смысле, что вот как у вас, ну, как бы, какие у вас с ним отношения. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. Удачи вам. Всего самого доброго.